Вітаємо вас, друзі, на нашому дитячому майданчику. Ось так швидко промайнули канікули, і наша програма знову запрошує всіх небайдужих у прекрасний дивовижний світ дитячої творчості. Поки ви, любі хлопчики і дівчатка, відпочивали, у нашому місті та області відбулося багато цікавих заходів. І один з таких – Міжнародний фестиваль дитячої творчості «Золотий лелека». А сьогодні на наш майданчик завітали його переможці. З великим задоволенням до вашої уваги я хочу представити переможців дівчаток – Щербіну Каріну, Лапчук Анастасію і Федорович Настюшу. Дівчатка завітали до нас з викладачем, вчителем-методистом Миколаївської спеціалізованої школи Академія дитячої творчості Наталою Володимирівною Фроловою. Я вас вітаю на нашому майданчику і дякую, що саме ви сьогодні відкриваєте новий етап нашої програми, тому що ми також відпочивали. Вітаю вас! Доброго дня! Доброго дня! Насправді, «Золотий лелека» – це вже традиційний фестиваль, який, знаєте, презентує Миколаївщину певною мірою. Це є наша візитна картка. Між тим, цього року спеціалізована школа Академія дитячої творчості знов, знаєте, так проявила себе новими відблисками дитячої творчості. Що було представлено? Які цікаві моменти проведення фестивалю сьогодні, Наталя Володимирівна, можна згадати? Я хочу сказати, це відбувся вже 18-й фестиваль. За багато років ми зберегли все, що накопичено, додали багато нових видів, не тільки мистецтва, але й цікавих видів розваги для дітей. Бо фестиваль – це не тільки творчість, не тільки конкурс, а і відпочинок, це друзі, це знайомства. Це багато чого цікавого, що пов'язано з дитинством, з відношенням до творчості, до самореалізації. Ви бачите, що наші діти, не тільки діти нашої області, а й України, і за кордону, Польща, Молдова, Білорусія були представлені в цьому році на фестивалі. Дуже було цікаво. І з'явились нові види мистецтва. Тут представлена, бачите, ось така риба цікава. Тобто діти використовують нові, не традиційні для декоративно-прикладного мистецтва матеріали. І це теж новина. І ця риба – це дитяча робота, так? Це дитяча робота. Це виконала дівчинка 6 класу. Вона приїхала з міста Києва і приймала активну участь у нашому фестивалі. Уявіть собі, насправді, як було цікаво. І, до речі, мої колеги мали можливість не просто почути, побачити, а насититися атмосферою свята, фестивалю. Вони зробили окремий сюжет. І зараз, дорогі друзі, ми зможемо його переглянути. Давайте дивитися. Участь у концертах, майстер-класах та інших заходах протягом тижня взяли понад 600 дітей. Вони демонстрували свої найкращі здібності та вміння, набирались нових вражень і знаходили добрих знайомих. Ну, дуже веселі, нам подобається купатися на пляжі, всякі конкурси. А вода холодна? Ми купаємося все одно. І ще нам подобається, що кожен день тут проводяться різні змагання, і нам дуже весело. Тут у нас був батл, ми змагалися проти, було три команди, Бомонд, Кришталевий Черевичок та, здається, Сонечко. Ми з них всіх перемогли. У суботу на головній сцені фестивалю відбулося нагородження переможців, творчих конкурсів в номінаціях «Хореографія», «Музичне і театральне мистецтво», «Живопис і графіка», «Декоративно-прикладне мистецтво». На гала-концерті разом із запрошеними відомими артистами діти показали свої кращі виступи. Переможці отримали статуетки, «Золотий лелека», диплом та призи від організаторів та спонсорів. Засновники стверджують, що рівень фестивалю щороку зростає. Для реалізації творчого потенціалу ми зробили регіональний обласний фестиваль «Золотий лелека». І рівно через рік він вже став міжнародним. До нас приїхали друзі з Молдови і з Польщі. І отак потрошку-потрошку він вирос таке велике, красиве дитяче свято. Весь фестивальний тиждень погода не радувала сонечком, та свято дитячої творчості відбулось під егідою сміху та добра.
З моменту закриття фестивалю минуло майже 2 місяці, і вже сьогодні можна, знаєте, проаналізувати ось так детально, як все відбулося, і все найкраще залишається в спогадах, знаєте, протягом часу. Сьогодні ми знімаємо найкращі спогади. Каріночко, ось сьогодні що можна згадати і що тобі особливо запам'яталося? Ну, это всегда очень дружеская обстановка, это настолько каждый день, всю неделю, это каждый день это праздник, это всякие мастер-классы, это концерты, очень весело, много друзей, много знакомств. Ну, это вообще не передаваемо. Ты впервые принимала участие в таком конкурсе? Да. Да? Сегодня можно вот много таких моментов вспомнить. Между тем, вот по мастерству, что тебе особенно понравилось? Потому что мастер-классы были преподаватели и были дети, правильно? Которые давали тоже свои моменты мастерства, делились. Ну, это всегда очень интересно смотреть, и, как говорится, каждый ребенок, хоть и одну и ту же работу, каждый добавляет что-то свое, и никогда нету именно одинаковых работ, даже если, как бы, тема одинаковая, даже если, ну, то есть, вообще все одинаковое что-то дается, каждый ребенок сделает это по-своему и добавляет от себя, конечно же, своего, и это всегда очень интересно. Я абсолютно с тобой согласна. Что тобой было представлено? Я представляла ткачество, это вот бисероплетение, и есть ткачество, которое исполняется нитками. Вот эта работа, которая за тобой, это вот и есть ткачество, да? Да. Карин, ты современная девочка, ткачество – это как бы традиции наши, глубинные украинского народа. Что тебя привлекает в этом виде творчества? Мне очень нравится сам процесс, когда подбираешь цвета, подбираешь рисунок. Это все очень захватывающе и очень интересно этим всем заниматься. Классно. Вот эту работу, этот костюм, ты долго его работала над ним? Это твоя личная идея или все-таки с Натальей Владимировной вместе как-то рождалось? Ну, конечно же, наши учителя нам подсказывают, как лучше сделать, как это будет красивее. То есть, ну, вообще, как бы дети придумывают, но учителя этому всему помогают. Реализоваться, да. Понятно. Ты знаешь, вот для меня, честно говоря, очень большим откровением, открытием было то, что ткачество, элементы ткачества используются в бисероплетении, да? Потому что мне казалось, что это ближе к вязи какой-то, к вязанию самому процессу. И в данной ситуации вот уже готовые работы, а одна из них в процессе, да? Да. Вот этот современный такой ткаческий станок, можно так сказать? Да. А с чего он состоит? Ну, здесь специальный винт, на котором идут ряды ниточек, натягиваются, здесь закручивается оно, то есть можно ниточку в любой момент подтянуть, чтобы, если она ослабла, чтобы ниточки были натянуты обязательно, потому что должно так быть, и так удобнее работать. Интересно очень. Какую работу ты представила на фестивале? Я представляла свой костюм на фестивале, и, ну, всем очень понравилось. Мне даже подходили, спрашивали, говорят, а можно сделать такой же нам? Что они оценили больше всего? Вот мастерство или, в принципе, вот идея сама? Ну, вообще очень ценится сейчас ручная работа, и всем очень нравилось именно то, что костюм полностью выполнен ручной работой. Я с тобой, Кариночка, очень согласна. Мало того, что хендмейд сегодня в моде, плюс ко всему фольк-мотивы, понимаешь? Вот то, что мы используем, вот вы смотрите, девочки, вы сидите в вышиванках, это наше, это исконно, да, украинские традиции, и сегодня молодежь воплощает и, знаете, как обновляет это очень радует. И, конечно же, сегодня мы тебя не отпустим без элементов мастер-класса для наших юных зрителей, потому что это очень интересно, вот как элементы ткачества воплощаются в бисероплетении. Финички плетут все, это все умеют, однако вот как это делать профессионально, сегодня Карина нам покажет, пожалуйста. Ну, это очень достаточно просто. Во-первых, сначала натягиваются нитки основы, потом ниточка, которую мы это все делаем, она привязывается за крайнюю ниточку, просто обычным узелочком. Потом набирается определенный ряд бисеринок, сколько нам нужно, они прокладываются, давайте я сейчас наберу. То есть заранее мы уже должны понимать, что мы делаем, да? Да, то есть да. Образ работы у нас уже прорисован или в мыслях, да, мы уже составили, какой длины, какой ширины это все будет и цветовую гамму, правильно? Да. Так, потом, когда уже это все у нас в принципе прорисовано,
виртуально мы начинаем воплощать. Сначала я просто набираю ряд бисеринок на иголочку. Этот ряд, он должен как бы цельным рядом. Вот, например, ты сейчас набираешь там 6, например, голубых бисеринок, да? Да. Так, и потом все это пронизывается, нанизывается. Сейчас я тебе покажу, я наберу. Надо в это время. Наталья Вадимовна, когда вот, например, вы готовили Карину к конкурсу, чем вы хотели удивить жюри, потому что жюри, я так понимаю, было опытное, и там удивить было сложно. Да, это действительно было удивить сложно, при том, что представлено было очень много детей на фестивале, и традиционно дети работают из года в год, некоторые приезжают по 5 лет на фестивале, они уже знакомы с программой, они знают уровень какой работы, и каждый год стараются повысить свой уровень, конечно, представить конечно. Что-то такое интересное, чем можно было бы удивить и предложить себя как более интересные виды. Карина, она очень интересно работает в качестве. Я хотела бы немножко вернуться к этому костюму. Почему? Он не просто выполнен ручная работа. Вы знаете, это современный взгляд на традиционное ткачество. Я думаю, что даже молодой девушке будет интересно на праздник одеть такой костюм. Особенно интересная юбка. Она настолько светлая, какая-то молодежная, юная, задорная. Драйвовая, да. Она, возможности абсолютно в ней двигаться. Самому можно что-то добавить, убавить. То есть есть еще возможность самому там творчески реализовать себя. Представляете, какие таланты взращиваются в Академии детского творчества, дорогие друзья, которые сегодня уже, обучаясь в школе, создают, собственно говоря, дизайнерскую одежду. Это можно смело заявить об этом. Так, Кариночка, что у нас там есть уже? Хотя бы один ряд покажи нам. Кстати, вот эти герданы, это называется украшение герданы, они очень гармонично смотрятся с такими этническими костюмами или с костюмами с этническими мотивами. То есть они и повторяют геометрические, и растительные. Орнаментальные, да, моменты? Традиционные. И нетрадиционное даже решение цветовое, потому что возможности сейчас, технологии настолько развиты, что цвета в бисере всевозможные. Это раньше только был жемчуг, кораллы, то есть ограниченность. А сейчас невероятные возможности. Это модно, это очень красиво. Во всем мире, вы знаете, сейчас украинское творчество. Сегодня модно быть модно украинцем. Быть украинцем, носить украинские вещи традиционные. Поэтому это каждому ребенку доступно, это возможно, при том, что это воспитывает аккуратность, культуру, не только дает возможности себя реализовать, а навыки трудовые какие-то дает, навыки вообще работы, себя уметь организовать, так, рабочее место. У нас уже пошел процесс, Кариночка, я так понимаю, да, что набрано, да, один ряд? Да, вот я покажи, пожалуйста. Покажу, пускай. Вот я набрала ряд, получается, да. Я снизу его, получается, продеваешь вот так, продеваю, вот внутрь, да? И я проталкиваю его, чтобы бусинки вылезли наверх. Понятно. А теперь ниточка, я в обратную сторону, сверху ниток основы, я провожу просто нитку обратно. А, вот так вот оно продевается и фиксируется, да? Ну все, Карин, мы тебя оставляем, в конце программы посмотрим, что получилось, а дальше продолжаем знакомство. Анастасия, у вас прекрасная птица в руках. Расскажите, пожалуйста, о ней. Я держу в руках приз за мои картины. Я тоже участвовала в этом конкурсе 2 раза, в прошлом и в этом году. Я участвовала в секции живопись, и я нарисовала 2 картины в школе, в школьное время, и одну картину там. На фестивале. Какую уже. Картину ты представила именно на фестивале? Я представила картину корабля «Святая Александрия». И я ее там рисовала очень долго. Сложная работа была. Сегодня мы не можем показать, потому что она сегодня на выставке. Да, но тем не менее, вот почему «Святая Александрия»? Откуда появилась такая идея? Название прекрасное. Дело в том, что мне очень, ну, не только мне, всем моим согруппникам очень понравилось совмещать отдых с работой, и
На пляже, когда я отдыхала в свободное время, на меня нахлынула такая идея нарисовать корабль и назвать его так. Настюш, ну откуда вот само название? Ты где-то читала, может быть, в интернете видела? Потому что идеи приходят, это прекрасно, когда детки творческие, их вдохновляют что-то, и идеи наполняют. Тем не менее, не каждому придет в голову Святая Александрия. Ну, просто у меня есть одна подруга, лучшая подруга, и часто в честь кого-то называют, допустим, корабль или самолет. Так. И мы с этой подругой очень сильно дружим, и как бы хотела ей сделать приятное. Ой, повезло твоей подруге, очень повезло. Да. Настюш, ну здесь у нас в студии тоже представлены твои работы, и я бы хотела, чтобы ты рассказала хотя бы об одной из них. Работы выполнены в какой технике ты больше работаешь? Они больше... сделаны в технике живопись, эта работа сделана красками, нарисована. И какие мотивы тебе ближе, о чем ты любишь рисовать? Больше люблю рисовать о природе. Угу. Ой, вот это вот какой-то чеширский кот. Да. Так. Что тебе навеяло это произведение? Ты прочитала и вот такая вот сюжетная линия выстроилась или как? Да, я очень люблю сказку про Алису в стране чудес. И вот придумалось мне нарисовать как раз тот момент, когда Алиса знакомится с чеширским котом. Понятно. Когда ты работаешь, как ты себя настраиваешь на работу? Вот потому что вдохновение, оно вот здесь есть или его нет, правда? Да. Так. Если вдохновение есть, я рисую себе и рисую. Классно. А когда нет вдохновения, я настраиваю себя, что вот оно есть, как же его нету. Настюша, а что вдохновляет больше? Вот когда тебе грустно, там, может, оценочка какая-то не та в школе. Как ты себя переключаешь на позитив, чтобы вот вдохновение и все? Чаще всего я вспоминаю какой-то смешной или счастливый мой момент в жизни. Или просто вспоминаю, что где-то там у меня есть подруга или друг, который меня знает. И помнит. Какая умница ты. Как мама относится, папа, к твоему творчеству? Поддерживают они тебя в этом? Да, они меня поддерживают и делают все для того, чтобы я развивалась. Очень, очень тебе повезло. Какая-то идея есть сейчас особенная, вот, которую ты хотела бы воплотить в жизни своей? Я бы хотела очень нарисовать свою подружку. Александру. Или нет, еще одна есть? У меня есть еще одна. Ее зовут Катя Дюмина. Она учится со мной в одном классе. Понятно. Это будет портрет? Да. А что больше, вот сложнее, что рисовать? Все-таки природу или портретные какие-то портрет, работы? Портрет сложнее. Ну, хотя, кому как. Кому дано от природы рисовать природу, а кому... Я с тобой согласна. Талант – дело очень тонкое. Да. Наталья Вадимовна, как вы взращиваете таких философов? Вы видите, здесь кладезь целой информации идет. Я хотела бы сказать, что Настенька настолько, она участвовала в фестивале в прошлом году и не заняла никакого места. У нее была очень хорошая работа, но невероятная конкуренция. Вы понимаете, что сильная детей, работа, да, 200-300 детей участвуют, а мест всего лишь 3. Вот. И она настолько... прониклась этим желанием обязательно и в этом году быть на фестивале. Она еще в прошлом году продумала, что она будет делать, что она представит, какие работы на этот фестиваль, чтобы обязательно выиграть. И она добилась своего. Она большая умничка, молодец. Да, ее действительно поддерживают родители. Мы благодарны многим нашим родителям, что они настолько внимательны к детям, что они их чувствуют, понимают, поддерживают, и помогают нам с ними вместе работать, трудиться и развиваться. На самом деле очень повезло тому ребенку, у которого мудрые родители, и это все плавно сочетается с педагогами мудрыми. Вот, в принципе, да, вот это триединство и дает большой такой результат. Еще одна прекрасная Анастасия у нас в студии. Настюша, «Золотые лелека» 2015. Это был первый показательный для тебя конкурс, да, фестиваль? Да, это был первый. Я до этого только слышала об этом конкурсе. Но в этом году собралась и поехала.
ну, там, была, не была, попробую себя, как оно там, пойдет или не пойдет. Так, какой вид творчества представлен тобой был? Я представляла керамику декоративную, и бывало после создания своей работы, я после всего преподавала еще мастер-классы для детей, которые занимались, допустим, живописью, и для их родителей. Когда впервые ребенок знакомится с керамикой, да, с этим видом декоративно-прикладного искусства, ты уже в роли педагога, да, потому как мастер-класс, вот что самое главное, ты заявляешь о керамике, что надо знать ребенку, который только входит в этот вид искусства? Ну, как по мне, ее изначально нужно чувствовать, твое это или нет. И как бы... Вот этот контакт, да, состоится или не состоится, быть или не быть. Да, и там еще плюс нужно будет, конечно, изучать свойства глины сами. Вот как это уже вторично, правда? Да, вообще самое главное действительно это ее чувствовать. Как ты чувствуешь глину, какая она, вот если брать в общем, по подразделениям, там голубая там, или серая? Мне важно. Очень нравится, как бы, она, вот для меня лично она приятная, ну приятное глина ощущение. Теплая? Нет, глина холодная. Холодная. Потому что когда она теплая, она высыхает, становится жесткой, как бы сухой, понятно. Крошится. Поэтому она постоянно влажная и холодная. Говорят, что кто увлекается керамикой, это люди, во-первых, философы, а во-вторых, это особенная форма медитации, когда ты входишь в вот это вот состояние. Вы работаете с гончарным кругом? Ну, к сожалению, как бы пока у нас круга нету. Но мы с помощью как бы подручных средств и с помощью своих рук можем делать те же вазы и горшки даже без гончарного круга. Вот она, современная керамика. Прекрасная работа. Вот сейчас мы видим, что это за работа, как она называется и в чем суть идеи. Это ваза. Это ваза, это понятно. Это ваза, да? Да, вот. Здесь изображено как бы силуэт девушки, как бы украинской. Ну, символику олицетворяет. Давайте покажем вот эту вазу красивую, которая у нас по центру стоит. Это Анастасии работа. И работа довольно-таки изысканная, работа сложная. Расскажи нам, Настюш. Ну, ваза называется «Уединение с природой». Делала я ее с помощью жгутов накладывания. Ну, такие, как колбаски налаживаются по кругу. Ну, и после этого можно даже без гончарного круга делать вазы с помощью этого. А как называется эта техника? Это очень давняя техника, да, вот когда накручивается одно на другое. По-моему, в скифские времена еще корни ее уходят. Да, ну, раньше делали. Ну, раньше как бы и глина была другая немножко. Там не совсем как бы налаживались жгутами, но оно более пластами как бы налаживалось, потому что была смесь глины там с этим. С соломой бывало, с щебеночкой маленькой. Поэтому, песок, наверное, ну, да? Жгуты не сильно было удобно делать. Не было чистая глина. Рисунки неплохо. Ну, очень легко делать, как бы относительно рисунки на самих вот вазах. Ну, можно брать пласт, допустим, и какую-то рельефную ткань, там, допустим, те же кружева. Сверху налаживается и просто прокатываете, как бы. Качалочкой, оно продавливается, и потом просто вырезая нужную форму, будет красивый рельефный рисунок. Классно. Полимерная глина, как раз вот я думаю, что самый доступный такой, да, материал, который сегодня используется. Он доступный используется. Материал, но мне кажется, настоящей глиной намного труднее работать. Конечно, она это безусловно. Она намного привередливее, чем остальные. Для наших юных зрителей, я думаю, что все-таки можно было бы начать еще и с полимерной глины, если есть, конечно, желание. У нас очень мало времени в эфире, но сейчас я бы хотела обратиться к Карине, потому что там один из эпизодов уже закончен. Карин, как называются вот участки, части работы? Это просто рисунок, как бы он... Часть орнамента, да? Да, ну, часть Рапорт. Орнамента. Рапорт. Орнамент можно абсолютно разный придумать. То есть, какой, как тебе нравится, так и делаешь. Понятно. Давай посмотрим. Там несколько этих рядов, да, ты проделала? Да. Вот мы видим. И дальше идет все по одной и той же схеме, да? Да.
Очень интересная работа, очень яркие работы, дорогие девочки. Если вы хотите как-то себя украсить, и у вас есть желание попробовать себя в бисероплетении, почему бы не воспользоваться вот техникой, которую сегодня представила нам Карина. Наша встреча подходит к завершению. Между тем, у нас есть очень много красивых работ тут в студии представленных разных, которые просто были заявлены на фестивале. И начнем, вот сегодня мы такую маленькую мини-экскурсию, вот с этого золотого лелеки, это символ фестиваля, да? Это гран-при. Это гран-при, да, в этом году, с прошлого года у нас новый, совершенно новый вид гран-при, вот такой золотой лелека, он очень ажурный, выполнен нашими ювелирами, вы видите, несколько и металл, и камень объединен, очень интересная, красивая, ажурная работа. Безусловно. И самое главное, что видите, как сочетание идет такое, вот действительно символика очень яркая, прослеживается, да, много информации. Так, а рядом колокольчик, это керамика? Это керамика, расписанная, просто гуашью расписана, очень интересно, это доступно всем детям, возможно, сделать. И поэтому дерзайте, пробуйте, все материалы, которые... Вы можете заменить глину тестом, вы можете глину заменить папье-маше и расписывать той же гуашью. Возможности невероятны с современными материалами. Это правда. Наталья Владимировна, я знаю, что сегодня уже в Николаеве витают такие, вот знаете, направления, воздушные массы, связанные с мастер-классом, потому что открылось местечко майстрив, инициатор Академии детского творчества. Давайте пригласим. Я, конечно, всех детей и взрослых, не только детей и взрослых, и семьи, и классы, школы приглашаем на наши мастер-классы, которые проходят на территории Южного Буга. Там вы увидите это место, где проходят мастер-классы. Там вывешена афиша, какой день, какой проходит мастер-класс. Если вы хотите на него записаться, пожалуйста, обращайтесь на сайт школы, звоните по этому телефону, и вам ответят. Вы можете записаться, пройти мастер-классы и по керамике, и по ткачеству, и по росписи художественной, и по соломоплетению, и другим видам декоративно-прикладного искусства. Ну що ж, сьогоднішня наша зустріч була такою плідною, багато чого цікавого у нас сьогодні прояснилося. Дуже мені приємно, що ми поєднали сучасність з нашими традиціями. Дівчатка такі гарні, розповіли дуже детально нам. Я дуже вдячна вам за це, дівчата. Я бажаю вам широкого творчого шляху. Я бажаю, щоб дійсно Миколаївщина і Миколаїв був містом справжніх майстрів, тому що в нас є Академія дитячої творчості, цілі академіки взрощуються. Дуже дякую. І до зустрічі. Я так сподіваюся, до наступної зустрічі, де буде багато чого цікавого нового. Дякую. Ми вам дякуємо і всіх запрошуємо до нас. Будь ласка, приходьте. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Дитячий майданчик». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто склав нам компанію. Я сьогодні прощаюся з вами, але призначаю зустріч на цьому самому місці, але вже за тиждень. Пока-пока!